Да, скажи, да. Ты вот играла второй раз, да? Да. Ты играла второй раз. Как тебе сегодня твоя игра? Что ты сделала, может быть, лучше и правильнее, чем в прошлый раз? Ну, во-первых, я взяла учет своей налички. Я вообще сделала на своем чистеньком листе много столбиков. И так вела учет и предложений, и налички, и кому я что должна, кто мне должен. Это значительно упрощает ход игры. Что, над чем надо бы поработать, это первый раз достаточно все было, ну как-то все были на одной волне, и все это происходило очень быстро, и вот давайте все делиться. Ты играла с более опытными игроками просто еще? Возможно, но вот сейчас для того, чтобы вот сразу получать доход, во-первых, мне нужно было задать уточняющий вопрос сразу после предложения, не когда оно помахало мне ручкой. Второе, если бы сказали, что да, это возможно, продавить игрока, у которого была эта возможность. То есть действовать согласно тому, какая аудитория, а не по своей привычке. Но в целом я собой довольна. Конечно, можно лучше, но я увеличила свой ежемесячный доход, я увеличила свою наличку. В общем, в целом... Нет, да, я довольна, плюса. Спасибо. Да? Хорошо, спасибо тебе за игру. Так, хорошо, тогда с остальными мы продолжаем. Пожалуйста.